Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном лайфстайл-канале «Сладкий персик». Не забудьте подписаться. Сегодня мы с вами готовим очень вкусные, нежные сырники с кокосом. Посмотрите, какие они ровные. Я покажу, как сделать точно такие же ровные сырники с помощью стакана. Нам понадобится кокосовая стружка, творог, мука, манная крупа, сахар, яйцо и немножко ванильного сахара. Обращаю ваше внимание, что не ванилин, а именно ванильный сахар с натуральной ванилью. Берем глубокую миску и насыпаем туда творог. Сразу же добавляем одно яйцо, насыпаем сахар и манную крупу. Обращаю ваше внимание, что творог для сырников лучше брать не зерновой, а пастообразный. Туда же насыпаем ванильный сахар, посмотрите, какого он коричневого цвета, кокосовую стружку и все это хорошенько перемешиваем. Здесь важно купить хорошую, качественную кокосовую стружку. Поверьте, я брала разную, она очень сильно отличается. Если не ошибаюсь, самая вкусная стружка была у фирмы Parfait. Перемешиваем нашу массу, смотрим по консистенции, если требуется, добавляем еще немножко манки. Масса должна быть липкой и хорошо держать форму. Теперь застилаем рабочую поверхность чем-нибудь, у меня это был силиконовый коврик, и высыпаем на этот коврик муку. И начинаем формировать наши сырники. С помощью столовой ложки выкладываем творог на муку и придаем ему форму сырничка. Обязательно обваливаем сырник в муке со всех сторон, снизу, сверху и по бокам. Теперь берем стакан и вот так вот катаем внутри стакана сырник. Он получается идеальной круглой формы. Это очень классный способ, и сырники получаются идеально ровные, практически такие же, как в ресторане. Даже не практически, а вкуснее. Мне вообще не нравятся сырники в кафе и в ресторанах, я пробовала уже очень много сырников, и уверена, что мои домашние самые-самые вкусные, в крайнем случае для меня. Теперь в сковородке разогреваем растительное масло, у меня это оливковое масло для жарки, и аккуратно выкладываем наши сырнички, стараясь не повредить их красивую форму. Жарим сырники с двух сторон на огне среднем или чуть ниже среднего. Важно, чтобы сырники получились румяной корочкой и в то же время приготовились внутри, чтобы они внутри не остались сырыми. Поэтому если огонь будет слишком сильный, то внутри сырники могут остаться такими мокрыми. Выкладываем сырнички на тарелку, поливаем джемом и посыпаем кокосовой стружкой. Они нереально вкусные, посмотрите. Очень красивые, вкусные, нежные сырники. А главное, что они не растекаются по сковородке. Только, пожалуйста, выбирайте хороший, качественный творог. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк этому рецепту и подписаться на мой канал.